Привет! Это канал Алоха Петровский. И мы сегодня с вами будем делать прогулку по Сан-Фелиу де Гишольц. Пройдемся по пляжу, зайдем в кафешку к пакосам, перекусим и двинемся на самую верхнюю часть Сан-Фелиу, откуда открываются самые прекрасные виды. Ну что, готовы? Тогда поехали! Перед прогулкой решили подкрепиться. Ну, прогулка длинная у нас, а целый день ничего не ел. И решили зайти к пакосам. Местная кафешка, шаурма и все остальное. Сейчас вам покажу цены. Цены следующие. Вот смотрите, в самом верхнем левом углу дюрам 7,5 евро. Это шаурма по-нашему, с колой и картошкой фри. Мы же выбрали вот этот вариант. Такос де кебаб микс, там все, и сальса соус, и остренько, и картошечка, и Эдик взял колу, но я взял, конечно, пивка, сервеску. Все сейчас принесут, я вам покажу, что принесли. Ну вот, уже принесли пиво, уже налил, и будем сейчас пить. Ну вот, нам принесли наши долгожданные, что это у нас, такос де кебаб, картошечка внутри, соусики. Все, будем кушать. Все, давайте, давайте. Все, после плотного обеда двигаемся к Эрмита де Сальт-Эм. Двигаемся с нами. Кстати, там впереди еще каштаны продают. Посмотрим, сколько стоит. И вообще, вы хоть раз пробовали каштаны жареные, а? Кстати, подходим к ларьку, там, где продают жареные каштаны. Режим энергосбережения. Жареные каштаны. А куанто бали? А? Маленький кулек 4 евро, средний 7, 10 большой. Вот на таком огне жарится. Все, пойдемте. А то распсихуется, что сейчас снимаем. Я не мог не заснять. Проходим возле пляжа. Люди еще отдыхают, загорают. Последний теплый месяц испанский. Дальше уже попрохладнее, не позагораешь. Но мы движемся туда, в ту сторону, где кран. Мы уже настолько прокачанные здесь, в Испании, что даже такие самые маленькие тропы знаем. Самого короткого пути. Не по Гуглу ходим. Так, подожди. А, не, еще не подходим. Еще рано, рано, рано. Еще не те ступеньки. Кстати, да, посмотрите, какие большие алоэ. Вот. Вот моя рука. Вот его размер. И они, кстати, только в Испании таких размеров. И вот мы уже поднимаемся по ступенькам. Самое красивое место Сан-Фелио. Ну, что на меня смотреть? Давайте смотреть сами. Да я понял где-то. Вот первая сторона. Там находится Тоса де Мар. Очень интересный городок. Там замок есть. А вот Сан-Фелио. С бухточкой. Сейчас подойдем, посмотрим туда ближе. Должно быть лучше видно. Туристики гоняют. Вот это, кстати, тот пляж, который в начале видео вы видели. Мы шли по нему. Вот, кстати, там, я думаю, в следующем видео будем встречать с вами закат. Там прям эпический закат. Но хотя и здесь тоже будет очень круто. Здесь я еще ни разу тоже не встречал. Но там проверенное уже место. Смотрите, какая высота. Воу!
там уже бабульки какие-то о чем-то верещат. Вот еще кусочек Сан-Фелио де Гишойс. Вживую это неописуемо красиво. Вот, кстати, на северной части я сам первый раз. Ну, хотя здесь ничего сильно интересного нету, просто деревья. Деревья и кусочек моря. Кайф. Реальный кайф. Вон, давайте на солнце немножко выйдем. Октябрь месяц. Ой, чё я вру, октябрь. Ноябрь, уже первое число. Я в очках, потому что невозможно против такого яркого солнца не щуриться. Обязательно ставим лайки, подписываемся. Это очень важно. Вы просто не представляете, насколько это важно. Каждый ваш лайк – это мое желание что-то снимать для вас новое. И я вижу то, что вам это нравится. Ну, хотя бы чуть-чуть. Все, пока-пока.